приветствую всех, кто смотрит этот видеоролик. В начале своего разговора я скажу для понимания, кто я, что здесь делаю. Меня зовут Игорь, я из Запорожья. Мне 45 лет. О клинике Василенко знаю не понаслышке, так как эта беда не обошла и мою семью. Юный возраст, интерес, 16 лет. Что-то захотелось новое попробовать. Не было никакого информационного поля, ни интернета. Никто не рассказывал, что это страшно, что это смерть. Все было в каких-то розовых очках. Вот так оно все и получилось. Попала я в ту страшную беду. Это был опиум. 2 года употребления. Потом, слава богу, был перерыв в армию. Я встретил свою жену, будущую. Жизнь была прекрасна. Я ушел на дембель, мы приехали в Запорожье, с Харькова, где я служил. Жена была на 4-м месяце беременности, надо было зарабатывать деньги. И думаю, уже опытный парень, что мне там, как-то скучновато было ездить, возьму чуть-чуть. Я все равно не присяду, уже знаю как. И я совершил очень большую роковую ошибку. Вот, наркотик умеешь дать, сколько бы это ни было, вот так и произошло со мной, как и с тысячами людей, попавших в эту зависимость. Кубик, 2, 3, 5. К сентябрю месяца 95 года у меня была уже сумасшедшая доза, здоровья не было, у жены рос живот, у меня доза. И я понимал, что я стою на краю пропасти, выхода не было никакого. Я сказал, признался жене о своей беде. Спасибо ей, она протянула руку помощи, поверила. Мы обратились в клинику Василенко, приехали сразу с вещами, с женой. Виталий Иванович нас встретил, выслушал, говорит, ребята, молодцы, что приняли решение, ну приходите через месяц, в данный момент нету мест в клинике. На что я ответил, Виталий Иванович, у меня нет дороги назад, дорога только вперед, отсюда я могу пойти либо по трамваю лечь. На что жена поддержала, говорит, я рядом с ним, она тогда была на 7-м месяце беременности. На него, наверное, это произвело впечатление, он улыбнулся, говорит, ребята, ложитесь. Мы прошли курс реабилитации. Метод доктора Василенко на чем заключен? Никакого насилия, медикаментозно снимается ломка. Нету никаких болей, страданий, никто никого не крутит. Проводятся сеансы шоковой терапии, что в корне меняет сознание, мозг человека. Вычеркивает наркотик, вычеркивает всю эту грязь, боль, воспоминания. Остается только страх, остается только страх. Умереть, приняв очередную дозу. То есть все, перед тобой открывается весь мир, ты свободный человек. 24 года я нахожусь в трезвости. Я приобрел свободу, я приобрел семью, детей, бизнес. Я успешный человек. Рекомендую эту клинику, потому что, опять же, не понаслышке, на своем личном опыте, на своих родственниках, сколько я помог излечить, кому я рекомендовал эту клинику. Очень много знакомых звонят с аналогичными проблемами. У кого-то брат, у кого-то муж, у кого-то сестра попали в зависимость в эти сети. Люди приезжают, мы им помогаем с докторами, наша команда волонтеров. В комплексе получается очень позитивный результат. Поэтому клиника доктора Василенко всегда открыта. Для людей, которые попали в беду, не стесняйтесь, звоните, проблема не уходит сама. Пациентов клиники с группой волонтеров. Мы проводим культурные мероприятия. В данный момент это прогулки на катере для групп пациентов, которые выздоравливают, проявляют позитивную динамику в лечении. Мы совершаем прогулки на катере вокруг Хортицы, купания, рыбалка. Показать пациентам, что жизнь прекрасна без наркотика, еще кайфовать можно в трезвости, получая удовольствие от общения с природой, с близкими, с семьей. Людям это дает возможность переоценить ценности и дать позитивную динамику в лечении. А в зимнее время это походы
в театры, в кино, разные культурно-массовые мероприятия. То есть у пациентов практически не остается свободного времени, чтобы вспоминать, думать о этом надуманном кайфе, который был. Поменять свое сознание, выйти в социум абсолютно здоровым человеком. Ведь наркоманом человек не рождается. Мы рождаемся абсолютно здоровыми, нормальными сыновьями, дочками. Но кто-то попадает в эту ловушку, и это не зависит от социального статуса, от денежного состояния. То есть от этой беды не застрахован абсолютно никто. Клиника доктора Василенко, ее двери всегда для вас открыты. Не откладывайте звонок на завтра, на послезавтра. Это проблема, а проблему нужно решать. Сама она не решится.